Игра «Принц Каспиан» реализована на уровне, уникальном для видеоигр. В конце «The Lion, the Witch and the Wardrobe» дети оставили Нарнию в мире и спокойствии. Но в Нарнии все изменилось, страну атаковали. Как фильм, так и игра «Принц Каспиан» отличаются более динамичным сюжетом, в игре больше героев и захватывающих битв. В игре будет представлено до 20 активных персонажей, обладающих индивидуальными способностями и вооружением. На первом уровне игрок сразу же бросается в бой, встречает множество нарнийских существ, с многообразием которых ему предстоит столкнуться в дальнейшем, где также встретит детей Певенси и самого принца Каспиана. Совместные действия являются ключевым моментом игр серии Нарния, и игрок может переключаться между персонажами, комбинировать их способности и таким образом проходить игру. Например, объединение с рослыми жителями Нарнии и великанами позволяет гномам легко и быстро перемещаться с места на место. Другие персонажи могут использовать гриффинов для того, чтобы оказаться на верхних уровнях замка. Для того, чтобы улучшить мультиплеер, мы включили такие функции, как многопользовательская игра, в которую можно вступить или покинуть в любой момент онлайн и офлайн версии. «Принц Каспиан» соединяет в себе битвы, исследования Нарнии, разгадывание загадок, а также нелинейную структуру уровней, которая позволяет геймеру самому выбрать прохождение игры. С первого же уровня мы покажем вам невероятное разнообразие вселенной Нарнии, целый мир мифологических существ, массовые батальные сцены и уникальную волшебную архитектуру. «Принц Каспиан» даст вам возможность проникнуться духом Нарнии даже лучше, чем фильм. Мы с радостью представляем вам игру нового уровня в этой серии.